Уважаемые Николай Николаевич и Анна Степановна, мы рады видеть вас в этом зале. Сегодня мы поздравляем вас с редким юбилеем, благодатной свадьбой. Целых 70 лет длится ваш союз, скрепленный любовью и верностью, терпением и преданностью. Давайте вспомним, как встретились наши юбиляры. Их знакомство случилось 1 января 1949 года в школе, где Анна отмечала свой день рождения. Она была учителем истории и первый год работала в школе после института, а Николай – председателем райкома комсомола. Он весь вечер присматривался, нет ли среди присутствующих ее ухажера, но в конце вечера проводил девушку до дома. Затем Николай настойчиво приходил домой к Анне, но практически всегда не заставал ее, так как она работала в 3 смены в школе. Однажды в школе Анну вызвали в кабинет директора. Когда она вошла в кабинет, в кресле директора сидел Николай и улыбался. Она немного удивилась, но, не растерявшись, спросила, почему в райкоме так странно распределяют темы докладов на конференции? Например, ей достался доклад по литературе, а учителю литературы – доклад по истории. В конце разговора Николай уточнил, сколько лет исполняется младшей сестренке Анны. А уже на следующий день, придя вечером домой, Анна узнала, что он ждал ее весь вечер и оставил пакет с запиской, что открыть его нужно утром, в день рождения сестры. В пакете были очень красивые детские книги и сладости. Все вечера, когда Николай ждал Анну, он очень сдружился с ее младшей сестрой и мамой. Так он завоевал доверие и любовь своей избранницы. И уже 1 января 1950 года в городе Асино был скреплен подписями «Союз двух любящих сердец». В том же году Николай поступил на работу в ФСБ, тогда МГБ. И его перевели в село Первомайское, где у них родилась первая дочь Ольга. Стеганое одеяло на выписку дочери из роддома Николай сшил сам. У него золотые руки. Ну, а также он был прекрасным охотником. Сам выделывал шкурки и шил шапки. Поэтому его девочки всегда были самые модные в меховых шапках и воротниках. Ну а для внучек он шил джинсы. В 1954 году у них родилась вторая дочь Татьяна. Обе дочери закончили Томский государственный университет. В 1976 году семья получила хорошую квартиру в городе Томске. Ее дали Николаю как участнику Великой Отечественной войны. Они много путешествовали, были в Сочи, в Алма-Ате, в Киеве. Ну а в Томске они вместе трудились на своем дачном участке, который всегда был образцово-показательным. Собирали небывалые урожаи, виктории, малины, смородины. В 1977 и 80-м годах у них появились внучки Татьяна и Елена. Внучки с особой любовью вспоминают, как проводили все лето на даче с дедушкой и бабушкой. Ходили с дедом на рыбалку, ставили капканы на кротов и собачек, собирали ягоду, сажали картошку. Секретом такой долгой и счастливой жизни наши юбиляры считают заключение брака по большой и искренней любви и работу, которая приносит удовольствие. Ну а также, давая семейные советы, они любят повторять. Кто первый уступит, тот и умный. Другой бы спорил, а я не буду. Сегодня у них уже 5 правнуков. Из года в год вся семья традиционно собирается в доме Николая Николаевича и Анны Степановны. Анна Степановна читает прекрасные стихи. Младшие дети готовят песни, играют на музыкальных инструментах. Семья обязательно делает совместное фото. И, конечно же, все наслаждаются вкусными блюдами, приготовленными сообща. Каждый очень любит такие посиделки и с любовью готовится к ним заранее. 70 лет вы идете по дороге жизни вместе, рука об руку, радуясь каждому дню, каждому часу, проведенному вместе. А это великое искусство. Все эти годы вы все делали вместе, что-то теряли, обретали, любили, растили детей, работали, встречались с друзьями, устраивали семейные праздники, словом, жили. Старались сделать так, чтобы счастье и беды всегда делились пополам. А это под силу людям целеустремленным, сильным духом и по-настоящему любящим друг друга. Все эти годы смыслом и стержнем жизни была и остается для вас семья. Большая, крепкая, дружная. Ради них вы живете. Им отдаете свою любовь и заботу. Охраняете от бед мудрыми советами, поддерживаете в трудные периоды жизни, но они, в свою очередь, очень любят вас и гордятся вами.
Сегодня все ваши родные и близкие собрались здесь, чтобы разделить вместе с вами радость этого дня, поздравить вас и сказать вам огромное спасибо. Столько переменилось за это время: нравы, обычаи, мода, власть, и только ваш семейный очаг по-прежнему незыблем, и любовь, пронесенная вами через года, все так же крепка и молода. Ваши имена занесены в книгу почетных юбиляров, в которой я по традиции прошу оставить ваши подписи. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня, 18 января 2020 года, во дворце бракосочетаний города Томска, я с гордостью объявляю вас благодатными мужем и женой. Поздравьте друг друга с супружеским поцелуем! Пусть день твой будет солнечным, прекрасным, и розами твой будет туслан путь, и каждый вечер теплым, звездным, ясным. У женщины всегда счастливый путь, когда, играя первозданной силой, творила этот мир природа-мать. Она в тебе, о женщина, вместила всю красоту свою и благодать. Тебе порыв грозы, зари сияние, великолепие гор и норов рек, отрада глаз, души очарование, тобою вечный мир и человек.